Частности, появился Сергей Дмитриев. У него есть группа настоящая, с барабаном. Но сегодня мы решили, что Сергей лучше продемонстрирует, как он играет один, а как он играет с барабанами, вы сможете услышать на других концертах. Наверное, они уже это уже скоро будут. Сергей Дмитриев, группа Берлога. Все разложил на страниц, книги со счастливых отцом.